Нам нужно доделать лестницу. Она у нас только вот черновая. То есть нужно ее полностью доделать. Нужно дальше вставить двери здесь, вот наверху. Доделать вот штукатурку под обои. Она немножечко еще не готова. Строительные материалы и разобранная мебель. Именно так сегодня выглядит ее дом. Татьяна и ее семеро детей переехать сюда не могут. В августе прошлого года ее муж затеял большой ремонт. Но закончить работы не успел. Скоропостижно скончался. Тяжело, конечно, но как бы одеваться-то нам некуда. Куда мы пойдем? Нам идти некуда. Дом еще никак не мог достроить. Но у меня нет таких доходов, чтобы это все доделать. Как бы нам не хватает. Но хватает только вот на детей, там то в садик тоже, то в школу и как бы и все. После смерти мужа достраивать дом взялась Татьяна. Но из-за нехватки средств работа встала. Сейчас семье приходится жить на съемных квартирах или у тех, кто их приютит. Людмила решила протянуть им руку помощи. На данный момент нужны материалы, наверное, не нужны. Нам все завезли материалы. Нужны деньги и нужны руки. За год семье удалось собрать более 1 000 000 рублей. Но для завершения всех работ необходимо еще как минимум 200 тысяч. Чтобы переехать в новый дом, работы нужно завершить до начала зимы. Анна Забалуева, Олег Бирюков, Саратов, 24.